А банан желтенький. Есть желтенький. А вот компот. Компот вишневый. Компот. Вот банан. А это, наверное, лимон. Ну, какой человечек прикольный. Угу. А как его можно сделать? Формочку. Вот форма. Давайте есть. Сделаем человечек. У нас есть две формочки. Раз. А я могу смотреть. Да, но нужно больше. Кокос какой-то есть. Нет, это ваниль. Давай еще. О, мне надо ваниль. Ванильный. Вот это ваниль. Нет, вот белый. Больше нужно массы взять пластилиновой сетик. Давай мы возьмем вот то. Давай и раскатай. Давай сильнее. Человечек. Не-не-не, ты сначала ставишь это, потом сверху ставишь человечек. Хорошо? И да, выбери. А ну, смотрим, что получилось. А ну что, ты покажи, какой человечек вышел у тебя. Какой замечательный человечек. Получился. Человечек. А теперь мы можем сделать... Чем пахнет человечек? Компотом. Человечек пахнет компотом, да? Ты хочешь полепить? Компотом из землянички. Компотом из землянички, да? А это чем пахнет? Понюхай. Угадай. Не угадай. Не угадал? Это зеленое глаз. Яблоко. Угу. Сегодня есть запах. Смотрите, какой у меня белый человечек. Белый-белый. Только почему-то он тебе такой тоненький. Тоненький человечек. Да. Ты его просто сильно раскатал. Да. Чем пахнет твой тоненький человечек? Ванильный. Ванильный? Да. Ванильный пахнет человечек. А ты, Светик, ты какой взял? Желтый. Желтый. Раз, два, три. Получился человечек. Опять тоненький. Нет. Не тоненький. Сильно раскатываешь. Ты его мало кормишь, наверное. Молоко. О, не хороший. Угу. А, еще можно сделать человечку волос. Угу. А, это типа шприц такой. Да. А сейчас, секундочку. Класс. А волосы не коричневые. Коричневые, шоколадные. Какой? Шоколадный? Давай сюда. Сюда, сюда можно. О, Святик такое пироженка сделал, да, Святик? Угу. Такой банановый, лимонный. Какой? Чем пироженка пахнет? Апельсиновым. Апельсиновая пироженка. А Влад делает волосы человечку. Угу. Сильнее надо, наверное, нажимать. О, Влад. Давай. О, получилось? Какашки. Какашки вылезают. Влад. То волосы. Ай, буга. У меня волосы не получаются. А ну давай я помогу помочь. Нет.
Получилось? Ого, какие волосы! Кучерявые. Кучерявые. Ваниль с шоколадом. Это у тебя как девочка получилась. Это белый человек с дредами. Ладно, полепили пластилин? Нет, еще. Еще хочу. Хотите лепить? А здесь еще разные насадки, да? Да. О, ванильный. И тут еще есть ванильный сердечко. Мне нужен ванильный. Я буду лепить торт. Мне надо больше. А покинуть торт? Не, сначала ты раскатываешь. Сначала все соединяй в одну массу. Свято, ты пирожное делаешь? Потом надо раскатать. А что ты делаешь? Делаю. Да. Пиццу. Пиццу ты делаешь? А может это сыр? Апельсиновый сыр, да? И вот так? Да. А можно это сердечко просто так надавливать, да? Угу. Ну, попробуйте мы делаем. Вот, теперь выдавливаем. Глянь как. Раз сердечко маленькое. Сердечко. Выдавил? Да. А ты что, Влад, делаешь? Торт, что там у нас? Шоколадный торт. Давай еще раз, давай переделаем, давай сделаем красиво. Пражский. Давай. Свят, что ты там? Пока не сильно нажимаю. Да, еще немножко в эту сторону. Вот. Я еще раз попробую. Я не той стороны. Ага. И ты хочешь человечку дреды сделать? Так, это мне теперь. А это что? Это черника. Нет, а это малинка. О, а это что такое? Это, наверное, это. Тутти-фрутти. Не-не-не, не той стороной. Давай вот этой стороной попробуем. Такой пластилин с запахом. Яблоком. Тутти-фрутти. Да, и плюс он натуральный. Да. Натуральный пластилин. Вот это. А это тут что? Запахом, это запахом фруктов. Может, сердечко? Такой пластилин, что его с таким запахом и съесть можно. А его можно есть. Да. Нет, только не надо пробовать, Влад. А то ты сейчас себе тортиков налепишь. Получился. Вот такой вот красивый пряник. Пряник ванильно-шоколадный, да? Да. Угощайтесь, господа. Ой. А я хочу пиццу сделать. Всё. Пицца какая у нас? Ребятки, давайте. Вы были на канале Family A, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте комментарии. Пока-пока. Пока-пока.